Hey, Survivors. Season 17 is already available. You're going to have an adventure challenging your tactical and strategic skills. Let's get to it. Your task here is to provide uninterrupted production of a special alloy. Ёлки-палки. You have to prepare for the protection of the extractors. Ой-ой-ой-ой-ой. Once you are done with the preparation, turn an entire team of daredevils is going to Ничего себе сборище было, да? But first, you gotta вот они, да. Those guys да. This spooky place has a wealth of necessary resources required for collecting the special alloy. One more. Ёлки-палки. Пойдем на склады. Хозяин, что случилось? Да капец, сколько ресурсов нам еще надо. Че, много ресурсов? Вообще немерено. Всяких разных. Блинчики. Маловат будет байк, маловат. Тут нам потребуется люлька, чтобы это все увести. О, вот это я понимаю, аппаратура. Фу, ну че, погнали. Друзья, всем огромный привет, с вами Харди, и мы продолжаем, и это последний день на Земле. Что, зачем столько ресурсов? Почему? Мы уже сейчас с тобой можем подготовиться, да? Для турелей, для заграждений. У нас будут, блин, ракетницы, минометы какие-то, крутилки, типа винт крутится. Ой, вообще фантастика, сейчас все с тобой разберем. Но для начала давай еще раз посмотрим этот тизер и разберемся в нем. Что тут такого интересного нам еще показывают? Слушай, дофига чего показывают. Нам показывают третью, четвертую неделю турели, заграждения, эти ловушки все. Вот сейчас, смотри, видишь, винты крутятся. Класс, да? И вот тут вот, ааа, какие-то вон генератор какой-то. Ой, блин, вообще жесть. Просто жесть. И показывают еще двух наемников. Байкер-подрывник, видишь, и снайпер со снайперской винтовкой. Мне кажется, вот он в тему был. Вот она сидит, да? Класс, а вот снайпер был. Би-би-би-би-би-би-би-би-би, ничего. Ну, конечно, фабрику открываем мы фабричку, да? В фабрике еще какой-то ивент. Парам-пам-пам, тайна, не тайна. Вон, видишь, что-то пацаны собрались. The rare mineral, не-не-не-не, нам насрать вообще. Ну как тебе? Классно был, да? Офигеть, у нас, короче, еще будет понятно, два вида турели, это и так ясно. Ну, одна, короче, ракетница, одна, не знаю, огнемет, не огнемет, что-то такое жесткое. И-и-и, да? Еще двух наемников мы будем спасать. Когда? Да вот уже, типа. Что по новым ресурсам? Что еще сюда надо тащить? Нужен тепловой датчик. Оружейное масло, дубы, болты, металлолом, пластик, бензин, пластины, алюминиевые пластины. Ну вот это вообще жесть. Стекловолокно нужно. Алюминиевая проволока, говно, и этот фигня полная. Вот, это то, что еще потребуется, да? Если ты хочешь прям по красоте строить... Третий, четвертый левел. Мы сейчас с тобой закончим сезон. Я думал, как его закончить. Закончить его легко, да? Это все фигня, уже все давно закончили, кто хотел. Ну, я думал, как поинтереснее. Так, что здесь продают? Хорошо, да? Капец, блин. Ну, капец. Ну, капец же, да? Реаниматор. Дробовик, блиночки. Карбон, алюминий. Вот у меня, казалось бы, карбона, да, там, 200. У меня что-то типа того. Да пофигу. Что, лишнее что ли будет? Давай крутанем. На удачу. Кто-то выбил сиреневые карты, кто-то еще не выбил. Важно другое. Халява немерена, ее надо забирать. Вот что важно. Здесь. Блин, аптеки я заберу. Алюминий резинки не буду. Крышки не буду. Если ты новичок, другое дело, да? Здесь тоже надо крутить, банально, чтобы этот супербайк-то забрать. Значит, тыква, да, на заправке, я думаю, ты уже забрал. В общем, поехали. Разберемся с фантастическим трейлером. Смотри, какая фантастика, ёлы-палы. Первая крутилка, да? Крутилка-вертелка. Турельчика вот такая классно был, да? Вообще офигенно. Это ракетница. Какая это турель? Ну, ракетница, да? Виды шипов, соответственно. Вот это у нас деревянная, значит, вот это вот говнище. Это первые. Это вторые. А вот это... Это уже четвертый, ё-моё. Капец, такие ежи прям мощные. Но это все фигня. Вот что самое важное, да? Вот это крутилка, вертелка и вот эта шняга. Прикольно. И вот тут пошла жара.
Левел 3. Левел 3, обрати внимание. Когда ты эхо 1 прогрейдишь до левела 3, тебе открывается колючка. Вот она колючка, да? Открывается вот эта вот ракетница. И какой-то гребаный генератор. Можно рассмотреть, что за ресурсы. Дубы. Так как-то это, да? Некрасиво. Вот так. Дубы. Алюминиевая проволока. Металлолом. И усё. Это будут у нас шипы стоить. Здесь уже шоколадки алюминиевые. Бенз. И вот тут вот два ресурса. Слушай, это шатун и катушка. Катушка, которая... именно падает после второй недели, когда добавляют, да? Еще что здесь такого интересного можно заметить, но я об этом потом. Ну, а что потом? Давай сразу. Тик, класс, да? Рефини левел 4, 20 гребаных, значит, всякой ерунды мы сможем ставить, 20-очку. У нас сейчас, напомню тебе, 12, если у тебя второго левела, да? На четвертом левеле 20-ка. На третьем... Я так понимаю, будет 16. Сейчас мы это проверим. Давай еще рез посмотрим. Пластик для генератора нужен. Фиг его знает, что он делает. Я надеюсь, что он просто тупо усилять будет атаку. Ну, это провода, да? И. Транзисторы — это квестовые айтемы. И опять же, катушка. Не слабо, да так? Не слабо прям надо для крафта. Давай я уберу всю эту шнягу, чтобы ты видел. Ну, прикольно. Ну, скажи, прикольно. А вот она... Финальная стадия, блинчики. Но вот эту шляпу не смотри, это... На какую шляпу? Вот на эту не смотри, это моя мышка, короче. Что у нас здесь? Оу-оу-оу-оу, UPO, UPA, ёл-пал, посмотри. Вот это я понимаю, аппаратура кожеедов бомбить, да? Бомжей, блинчики. Крутилка-вертелка, мне больше всего интересно. Ну и какая-то вообще, я не знаю даже. Крутилка-вертелка, да, это супер. Но вот это что такое вообще? Ха-ха, это что за штука-дрюка? Какая-то... Лазер, что ли? Лазер. Так, ладно. Что надо? Опять же, ивентовые айтемы. Причем последний айтем, вот этот вот с этой стороны, он в последнюю неделю будет добавлен. Ёлки-палки, стекловолокно. Вы что, издеваетесь, что ли? Я до сих пор стекловолокно не могу насобирать на дрезину. Ну, фиг знает. Ну, ради прикола-то поставим, конечно. Стекловолокно, значит, и датчики. Крутилка-вертелка. Железные пластины. И смотри, что фишка в чем. Нет, я думал все. Вот это масло. Я разглядывал и разглядел. Это красное гребаное масло. Ремни, да, вот эти вот гребаные. И, опять же, айтем, который будет добавлен в финальную неделю. В третью, в четвертую, неважно. И вот такие фантастические ежи, блинчики. Классно, да? Значит, ну, опять же, металлическая пластина. Это из железа, алюминиевая проволока, болты и металлолом. То есть вот этих ресурсов, да, надо прям немерено, прям копи. Почему? Ну, это самое, типа, мощное заграждение и все такое. Короче, копи, если ты хочешь прям супер крутую оборону сделать. А по факту, просто посмотри ролик, который я снимал ранее. Первые два ролика с момента выхода обновления. Все, больше ничего не надо. Деревянный вонючий Коля ставим и все, и вообще как бы. Все остальное вот, это ради прикола, блин. Чтобы красиво сделать, ничего не делать, да, стоять, смотреть, как кожееды лопаются. Вот они, красивые турели, ёлы-палы, на твоих глазах, значит. А первая штука, тут только друга нету, да? Вот она, вторая турель, да, друга нету. Друг, где ты? Нету друга, давай вот это будет друг. Мы должны его обязательно нарисовать вот таким вот цветом. Ну, это типа куча с говном, да? Вот это друг наш с тобой. Ха-ха, супер. Вот это вторая тема, да? Вот это третья. Красиво выглядит, круче, чем, блинчики, четвертая. И вот это вот последний какой-то супер миномет, вообще, я не знаю, четвертый. Вот так у нас расположился друг первый. Вот так вот, понял? Вот ты не фаворит, да, а он первый, понял, что? Вроде самое говно, а первый. Вот так вот, темная лошадка, друг этот. Ну тут как бы не на че смотреть, просто крутилку-вертелку ставят, елки-палки, как-то не на че. В каком направлении она будет крутиться? Это важно? Скорость? Ну чтобы вот ножки, ручки, голова отлетала у кожееда. Мне кажется, важно, блин. А потом быстрее, и все разлетелись, фантастика. Это уже не настолько интересная тема, но все-таки, да? Значит, что мы уже имеем? Мы уже с тобой, значит, имеем вот этого пацана,
Это у нас капитан, макапитан. Вот этот парень. И причем, заметь, это крутой парень. Он нам с тобой этот вокзал вскроет. Давай его сердечком вот так. Он клевый парень. Он вскроет эту фабрику вонючую. И вот это вот гений-то этот, да? Вот это, кстати, единственный дельный пока что. Увеличивает урон турели. Мы с тобой прямо сейчас в видео, да, посмотрим. Ну, как бы хорошо турели справляются. А вот они, новые пацаны. Золотом их обведем. И корону вот такую. Блиночки, со снайперской винтовкой, да? И, ты помнишь ее? Этот байкер-то с сезона. Вот так вот, король и королева, блин. Будем надеяться, что они не будут шнягой. Потому что, блин, вот эти пацаны вообще отстой. Ну, сердце, да, он эффект дает фиговый там, пойло. Ну, пойло, да? Было бы что-то нормальное, что-то элитное. А он так и говорит, что я пойло тебе даю. Поэтому ничего не дает он, короче, вот. Ну, а вот гений, да, гений. Вот так вот по-английски гений пишется. Ха-ха-ха, грязь, блинчики. Чик-чик. Кто это? Вампир сосущий получился. Ладно, идем дальше. Ну, их, соответственно, мы будем спасать, да? Это она, та самая подрывница. Какой-то гребаный разбит самолет. Интересно, конечно. Нет, это вертолет, слушай. Или самолет? Нет, это вертолет. Что это? Что? Это вертолет. Посмотри вот на эту гребаную лопасть, блин. Это вертолет разбившийся. Но не суть. Мы ее, короче, спасать будем. И второго пацана. Вот этого красавчика, который спрятался, блинчики, на трейлере, да? От кожеедиков. Прикольно? Я не знаю, мне кажется, вообще нормалды. Прям интересно, интересно будет посмотреть. Пройти все это. А вот он шикарный просто мужчина, ёлы-палы. Это фантастика, да? Пили, друг. Прям туда, блин. Это, но нам не дадут вот эту штуку в руки. Почему? Это знаешь, как вот нам с тобой дать бензарез, как обезьяне гранату, да? Мы же все начнем с тобой пилить. Вот, поэтому и не дают пока. Ну, чтобы мы не начали прям совсем дичью заниматься. Рейдить металлические базы. Ты что, нельзя как-то? Даже не знаю, на что тут смотреть. Ну, все, все. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ, пошли, да? То есть мужчина вскрыл, показали заставку, что мы зашли на фабрику. Фантастическая фабрика, мафабрика. Вот этот вот чемодан, да, в дыму, мы его будем распечатывать, я так понимаю. Ну, то есть тут будет какая-то сюжетка, да, вот тут вот, смотри, вот тут вот, их не видно. Они спрятались, пацаны тусуются, какой-то сюжет будет, парам-пам-пам, и тогда нам уже дадут распечатать чемодан. Какой сюжет? А вот они трутся, да? Ёлки-палки. Смотри, вот, да, ну это понятно. И вот мы с тобой, красавчик, вот он. Кросс, блинчики, с двумя С, кросс-сс. И вот какие-то бомжи, да? Чё они тут делают? Вот этот парень, обрати на него внимание. Что-то интересное делает. Дружище, ты чё делаешь с этим кожеедом? Кожеед такой интересный, да? Ну прям такой прикольный. Ну короче, что-то он с ним, что-то он это ищет. Просто я как бы это, я понять не могу. Почему область его... Ладно, давай не будем. Тут даже не знаю, что смотреть. Важно... Ёлы-палы, да? А чё я затупил? Вот она, гений. А там гобот этот, грёбаный. Робот. Меня поправили, сказали киборг. Да он гобот, он не киборг, он вообще просто ни о чем. А здесь что интересного? Да в принципе ничего интересного вообще. Это... вот, посмотри. Чё за зеленый? Я не понял. Вот. Вот это типа, да, кусок этого вертолета. То есть это та самая локация, я так думаю. Это не дополнительный ивент, это там, где это, подрывница будет. А здесь что классного? Блин, я не знаю, просто классно. Мне нравится этот мужчина, да, вот этот наш фантастический парень. Вот в такой, он классный, да, он классный, прям, прикольно, суровый такой. Это просто красивая, значит, фотография. Вот такой вот разбор у нас получился. Если понравился, конечно, оцени лайком. Значительно усиливает турели. Парам-пам-пам. Слушай, 75 минералов. Это немало. Вот это ничего не берем. Все понятно, это ради прикола. 75 минералов. Это прям не слабо. Хорошо ли усиливает? Блин, нормально усиливает. Нормально. Но-но-но. По факту, да, это даже нафиг не надо. Конечно, если ты стреляешь, блин, да, помогаешь своим турелькам, то вообще ничего сложного. Я так подумал и, короче, вот такую сделал оборону. То есть, когда у нас увеличится количество, да,
Тогда можно будет еще добавить кольев. Еще один ряд. Но по факту, вот видишь, разрушили кольев. Почему? Потому что они уже были сломаны и просто нам не показывают. Представляешь? Как так? Да вот так. Нам не показывают то, что уже надкусили. Вот смотри. О, видишь, по кольям бьет вот этот сеятель спор. И они уже как бы покоцаны, и ты этого не видишь. Тип того. То есть, по идее, после каждой защитки, зачистки, по идее, надо вот так вот делать, да? То есть, их надо пере-пере-пере. Ну, блин, что-то как-то затратно, согласись. Но тогда они будут у тебя целые, вот. Вот так вот, я не знаю, мне нравится. Тут типа какие-то стратегии, там не стратегии. Слушай, это все такая фигня, блин. Ну реально, ну какие тут стратегии? Посмотри это видео. Просто вот рядками фигачишь, да, 9 кольев. 9 кольев, и по краям так ради прикола вот здесь вот, вот эти турели. Раз туреля, два туреля. Все, нафиг ничего больше не надо. И в ближнем бою бомбишь в спину этих бомжей. А если совсем, чтобы ты не стрелял, да, не бомбил. А что, кстати, я потерял эту наемницу? Давай сейчас узнаем, да? Я что-то это прозевал? Я что-то прозевал? Ну-ка. Не, нормально, да? То есть я не использовал эту штуку. Во, видишь, да, то есть купил наемника, да, и он сохраняется, если ты не потратишь. Ну так вот, а можно так, что ты вообще ничего не делаешь, просто стоишь и наблюдаешь, да? Соответственно, тебе надо мощные турели, мощные колья и очень много турелей. И все, и ты вот так вот будешь стоять, смотреть, как они фигачат этих бомжей. Усиление включил, смотри. Рано, блин! Вот отстой! По 8, в 2 раза больше турель наносит. Класс, да? Ну скажи класс, ты смотри, что творят. Я в шоке вообще. А так по четверочке, да? Что попало, блин? Давай поможем. Ничего не слышу, пока вы бомбите. Давай еще раз возьмем все-таки ее, проверим, справятся ли они прям сами. Я сейчас, обрати внимание, не ремонтировал металл. Вот не ремонтировал металл, да? То есть он уже коцанный. У меня установлено 7 турелей. Ну-ка. Эту кнопочку главное вовремя нажать. Вот сейчас не вовремя. Когда финал... Ой, блин, сломали уже. Ай, беда какая. Пришлось нажать. Ну, как бы, надо колья, да, ремонтировать, и тогда тестить эту фишку. Давай поможем. А то сейчас нафиг заломают мне турели. Не хочу я заново их строить. Да, если мы вмешиваемся, это все, это привет семье. Шушите весла, ёлопало. Интересно, интересно, конечно, посмотреть, что будет дальше, какие стратегии, не стратегии. Чисто ради прикола, да? Не так, что это прям офигеть как необходимо. Я считаю, все-таки это не профитно, друзья. Деревянные колья профитно. И топ-топ-топ турели, да? И чуть-чуть помогать постреливать. Так, давай посмотрим, справятся ли они сами сейчас самостоятельно. В самом начале нельзя активировать кнопку, потому что это изи начало. А, обрати внимание, они агрятся, короче, на тебя, на твоего персонажа. Одна турель не дотягивается, да? Вот сейчас самое время. Все, я активировал. 15 секунд. Когда активируешь, это вообще грязь, конечно, что происходит. Вот, сломали, да? Слушай, ну круто. Есть еще? Все, усилялка закончилась. Давай! Давай! Я не буду вам помогать, бомжи. Слушай, на меня агрятся, ты понял, что? Молодцы, да? Справились. Но-но-но. Справились ценой чего? Ценой чего справились? Металлических гребаных кольев, я не знаю, друзья. Сами смотрите. Справились ценой кольев. Ну, не дешево, короче. Все-таки вариант чуть-чуть помогать, да, мне кажется, поинтересней. Ну вот и все. Готово. И что дальше? И дальше мы с тобой просто бесконечно набираем вот эти ящики, чтобы выбить
Блин, вот этот костюм, конечно, хочется выбить, реально. Спуск. Вот эта штука минерал раз в час тебе дает какой-то там, да, редкий, парам-пам-пам. И граников можно набрать. Ну и рюкзачок тоже такой неплохой. Давай прямо сейчас я быстренько бомбану. Я только что бился ВССом. Блин, это как классно вообще. ВССа хватило где-то на 5 зачисток, представляешь? Прям вообще офигеть. Поэтому, 4 зачистки. Давай я сейчас засеку время и посмотрим. То есть 4 зачистки это ровно один ящик. Сколько нам надо тратить времени на 4 зачистки? Ну, соответственно, у меня вот 7 турелей. Я только обновляю Коля, да? Коля вообще не в счет. Огнестрельчик, ты видишь мой огнестрельчик. Поехали? Поехали. Стоп, машина. 4 минуты 20 секунд. Я больше переживал то, что пить хочу. Ха-ха, 4 минуты 24 секунды. Ну, плюс-минус, да, грубо говоря. Я зачем время засек? Просто хотел тебе показать, что это так быстро, что просто безобразие. Да, если там турели чуть по-другому заморочиться поставить. Уровень очистителя 2, видишь, да? Когда будет 4, будет 20 оборон. Ну, то есть, ты понял, да? Уровень шипов можно будет поставить деревянных. Мы поставим в 3 ряда шипы, и будет вообще фантастика. Все ради вот этого ящика. Есть у тебя 5 минут на ящик в день? Вот так вот, готово. Затраты шипов не считаем. Турели не затрачиваем, один раз поставили, и все. Что потратили? Это не тронули. Мачете я 3 удара сделал. То есть, я потратил, ты видел, да? Добитый дробовик, он на один удар, на один выстрел у меня был картечью. И М16 целую, ну и АК был почти целый, да? Сколько это получается? 2 огнестрела, меньше 2 огнестрелов на 4 волны. Мне кажется, это очень круто. Друзья, с вами был Харди. Ну, блин, боль. Ну почему, бомжи, почему? Да, вот эту вот ерунду выбить, короче говоря, надо попотеть, но по факту... Можно. Если понравился ролик, конечно, подписывайся на канал. Видосы выходят каждый день. Ставь колокольчик, чтобы не пропускать. Конечно же, оцени ролик луксом. О, ничего себе, хорошо, да, дали? Хорошо. Что, еще один есть? Ништяк. Сезон продолжается. Продолжаем бомбить бесконечно ящички. Уже много скопилось вот этой шняги, да? Надо обязательно забрать байк. Не обломаться, как бы потратить вот это вот. И. Ну, открывать будем на стримах. Ну, я даже не знаю, есть резон ролик делать по открытию. Ну, есть, если там открывать их, не знаю, 500 или 1000 ящиков, да? В общем, удачи тебе, пока-пока. Пойдем за водой, загребанной, опять закончилось.